Ижевске продолжается активная подготовка к началу отопительного сезона. Пока на улице стоит теплая погода, коммунальщики продолжают работу по обновлению теплосетевого хозяйства. Так, на улице Парковой работы ведутся полным ходом. Здесь предстоит заменить более 200 метров теплотрассы. Возле дома 5А коммунальщики перекладывают разводящую теплосеть. Вместо старых железных труб будут проложены современные и прочные, покрытые полиуретаном и специальными защитными материалами. В данный момент ведется переврезка с трубопроводов в новом исполнении. На данном участке уже проложен трубопровод горячего водоснабжения, потом немножко, через неделю будет проложен трубопровод центрального отопления разводящей тепловой сети. Мы выполняем работы согласно проектной документации, которая утверждена. А на этом участке Парковой уже завершены подготовительные работы. В ближайшее время сотрудники ТСК «Мосэнерго» приступят к демонтажу старых труб и обновлению теплосистемы. Ну а после проведут гидравлические испытания, закопают коммуникации и благоустроят территорию. После завершения всех видов работ эта временная наружная труба будет разобрана. Полный объем ремонта теплосетей в Химках завершится до середины октября, как раз к началу отопительного сезона. Юлиана Мазырина, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.